дня по кругу, кругу года и кругу дня. Я физически чувствую руку, это время движет меня, оборачивая сто страха, но любовью гонит меня. И лечу я летучим прахом по кружной территории дня. И по кругу, по колесу, циферблата себя несу. Там пружина решает за стрелку, колесо решает за белку. И по кругу, по колесу, циферблата себя несу. Я по кругу, по колесу, себя несу. Регулярно пересылал тайнопись маркизу Маруцци. На кого Бортнянский работает сейчас? Я не желаю! Не желаю быть тянутым в провокацию относительно российского трона! Милости вы не государь, вы не гоняете. Будьте любезны, защищайте. По приглашению вашего сиятельства, маэстро Бортнянский. Бортнянский? Елизавета Петровна всегда крайне благосклонно относилась не только к малороссийским певцам, но и искренне любила Малороссию, родину своего законного супруга Разумовского. Мне тогда едва исполнилось 10 лет, и выстоять на ногах всеночного было невмоготу. Однако, когда меня нашли, императрица милостиво велели не будить и изволили подложить под голову свой платок, а также приказали отнести в свою спальню. А кто первый враг порты? Россия и водка. Откуда они узнали о моем приезде? Павел Петрович не театрал. Если бы на сцене прошелся полк гренадеров, а лучше два. Мария Федоровна, я уверен, будет с нетерпением ожидать оперы российского композитора. Бумаги какие-нибудь домой приносит? Пошли все носки побрали, суточки. Список участников придворного заговора 1773 года. Не совсем полный, но в нем я, Планин и Павел Петрович. И, наконец, план устранения великого князя Павла от престола, а также указ императрицы о назначении великого князя регентом малолетнего сына Александра. Любопытный архивчик. В посольство только речи о неких таинственных бумагах, которые были предложены графу Разумовскому за феерические деньги. 200 тысяч золота. Я верну за месяц. О боже, да такого капитала нет. Во всем Неаполе. Мне бы такие деньжища. Зачем тебе, милейшие, такие деньжища? Сечь хочу купить. Какую такую сечь? Запорожскую. Понежу грянула по шлему молотком. А, кстати, граф, вы не видели маэстро Бортнянского? Собаки! Вы прекрасный человек, однако именно с прекрасными людьми случаются неприятности. Иногда очень большие неприятности. Поздно! Мы здесь. Здесь. Карта воли. Молодой сеньор хочет возвыситься над миром и верит в успех. У него есть мастерство. Он умеет вести дела и понимать людей.